Всего в этом году дорожники планируют обновить 80 километров проезжей части. На прошлой неделе ремонтные бригады приступили к укладке асфальтобетона в направлении Лозовой на участке протяженностью в 7 километров. Также на 2-километровом участке трассы Мерефа-Змеев. Ближайшие 2 недели обещают начать работы по дороге в поселке Красный Кут. Ко дню независимости ремонтники рассчитывают завершить работы автодорожного моста в Изюме, а уже в эту пятницу возобновить движение по мосту между селами Донец и Андреевка Балаклейского района. Ну, где-то надо 7-8 дней получения экспертизы. Мы пока пускаем движение, по предварительному заключению ХНАДУ, университета специалистов кафедры мостов, пускаем движение с нагрузкой не более 10 тонн. То есть движение мы открываем для легкового, ну те же газельки, те же малые автобусы, те же, ну, Богдан же, меньше 10 тонн. Ремонт путепровода через железную дорогу возле села Губаревка обещают закончить до конца этого года. На данный момент там завершили подготовительные работы и начали бурение под новые опоры. Параллельно с ремонтами дорог в регионе готовятся к зиме. В этом году план по заготовке песка и соли составляет порядка 100 тысяч тонн в общей сложности. Вот. Планируется заготовить более 17 тысяч тонн соли. Вот, и порядка 70 тысяч кубов песка. Техники у нас по плану 312 единиц, вот, порядка 215 единиц из них это сейчас машины и техника, которая работает в летнем эксплуатационном содержании. По словам Турченко, Харьковский облавтодор полностью укомплектован сотрудниками. Сейчас это более 1400 человек. Ирина Сайко, Борис Буцевич, медиагруппа «Объектив».